Классическая, академическая и музыка из кинофильмов. Бал прошел под аккомпанемент камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина. Помимо танцевальной части была и концертная. Руководитель оркестра в интервью отметил искушенность рязанской публики и поделился творческими планами коллектива. Мы изучаем сейчас публику Рязани, а она действительно искушенная, потому что в городе звучит очень много хорошей музыки. Публика образована и очень чутка, поэтому мы хотим показать для рязанской публики не просто какие-то формальные произведения, но сейчас мы готовим серьезные произведения, это «Шнитке», концерт для скрипки с оркестром. Практически записи не существует этой музыки, выдающийся гениальный композитор. Танго, гранд-марш, котельон и фигурный танец. Для того, чтобы попасть на торжество любви, пары зарегистрировали свое участие заранее. Кстати, тем, кто в этом году отмечает юбилей совместной жизни, вручили благодарственные письма. Одной из таких пар стала семья Калининых. Наталья и Валерий в браке уже 40 лет. Летом планируют отпраздновать рубиновую свадьбу. Именно благодаря танцевальному искусству пара и сохранила глубокие чувства друг к другу на долгие годы, рассказывают сами влюбленные. Так что, узнав о мероприятии, Калинины ни минуты не сомневались в своем участии. И даже не верится, что столько прошло лет. Но, тем не менее, любовь – самое главное в семье. Любовь требует труда и жертвенности. Совсем случайно мне подруга прислала и говорит: это для вас, потому что мы пара танцующая. А вот София и Артем Гостян стали семьей официально всего 2 года назад, но и за это время они успели освоить тонкости и узнать секреты крепкой любви. В чем наша любовь? Наверное, в уважении, во взаимопонимании, то, что умение слышать всегда друг друга и находить какой-то компромисс. Я листала контакт, там вылезла реклама ЗАГСа, что набирают пары, и, как оказалось, мы прыгнули в последний вагон, это был последний день подачи. Мы вообще даже, честно, по приколу, я ему такая говорю: пойдем, он такой: да, конечно, и вот пришли. Вообще, это была моя давняя мечта, потому что губерновские балы в Рязани проводятся давно, вот, ну, так складывалось, что я была всегда без пары, и я говорю: ты должен осуществить мою мечту, чтобы я закрыла свой гештальт. Бал влюбленных в ЗАГСе проходит впервые. По словам сотрудников Дворца торжеств, праздник весны и любви планируют сделать ежегодным. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».